Привет, дорогие мои! Мы продолжаем проходить серию New Translation. Третья серия, третий эпизод. Надеюсь, он будет не такой длинный, как предыдущий, хотя вы, я думаю, надеетесь, что он будет гораздо длиннее, чем предыдущий. Потому что вам чем длиннее видео, тем интереснее. Мне, в свою очередь, чем быстрее, тем, как говорится, отмучился и выпустил новую серию. Потому что бояться это никаких нервов не хватит. Так, ну давайте начинать. Будем надеяться, это будет страшно, потому что, по идее, я видел этот эпизод, честно говоря, где-то, наверное, года полтора назад. Я в него даже чуть побегал, секунд, наверное, так 30. Он про то, что маленькая девочка в госпитале попала в непонятное, короче говоря. И, по-моему, это самый страшный эпизод в игре. Не знаю. По-моему, это оно. Это я не у себя играл, так что не могу точно сказать, что тут делать. Ну, я вообще, честно говоря, не знаю, что тут делать, так что разбираться будем вместе с вами. Это ее мама с папой. Вечно спорят. Как они смогли ребенка зачать, если постоянно друг с другом ни в чем не согласны. Так, ну и начинаем. Белла Монро. Да, точно. 3 часа ночи. 3 августа. Маленькая девочка. Офигеть. Убегите из госпиталя Сайга. Так, вы можете нажать Select, чтобы выбрать меню и показать карту. Временами на карте показаны ваши цели. Нажимаете вверх и вниз, чтобы... Так. Офигеть. Я попал. У меня большие проблемы. Я где нахожусь? Еще понять, где я? Так. Давайте посмотрим на ее лицо. Да. 10 лет. Вообще, во многих западных хоррорах какая-то прям нездоровая любовь. Так, кто там за дверью? Во многих западных хоррорах очень какая-то нездоровая любовь. Твою мать. Нездоровая любовь к больнице. То есть давайте вспомним. Silent Hill, Nightmare House. Да практически в каждой игре. Проклятие. Кругом. Кругом это эти госпитали. Потом это как мы проходили последний так. Мод на движке Half-Life 1. Так, нам явно не туда. Печально, слушай. Нам как-то придется обходить эту тварь. Ну ладно, здорово, мужик с трубой, да, он как-то может пойти в отмах, а вот 10-летняя девочка, это уже совсем плохо. И это по-своему хорошо, потому что страшнее всего, когда именно не можешь ничего сделать. Максимум прятаться, как мышка. Так, да, у нас же есть эта возможность посмотреть на мир глазами. Глазами этой твари. Так. Идти. Блин, я сейчас... Вашу мать. На кой хрен я сюда пришел? Лифт явно не работает, да? Фу.
Ой-ой-ой. Так, сейчас она, наверное, пойдет сюда. О! Ой, блин, как я испугался. Какой хрен ты там взялся? Ой, так, это похоже надолго. Блин, я испугался, когда тварь выбежала с костылем, блин, из... Так, ну понятно, мы начинаем с того же места. Но мы, в принципе, далеко и не ушли. Так, в эту дверь, я думаю, лезть будет самоубийственно. Я думаю, надо вызвать... Может, не туда пройти? Там вроде как спуск. Интересно, она меня увидит? Нет, так? По идее, она прямо в эту сторону смотрит. Давайте попробуем. Уф. Как темно. Ужас какой-то. Причем здесь искусственно сделано затемнение, то есть вы не сможете увеличением яркости что-либо изменить. У вас просто вместо черного вот этого заднего фона, темноты, это будет серый фон. Вот и все изменения. Так, у нас кто-то тут за углом явно. Ну-ка. Так, вот сюда, я думаю, можно спрятаться. Подожди. Лифт. В лифт я уже не хочу. Так, так, так. Все лучше и лучше. Офигеть. Мне что, мимо нее проходить? Как мне неохота сюда. Ой, 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 не надо. Что ты там услышал, коза? Я что там бренчал чем-то, что ли? Отвлекишь себе то монитором здоровья. Ну, то есть этим вот датчиком сердцебиения. Так, подожди. Мне как-то ее нужно отвлечь. И что мне это даст? Я, честно говоря, затрудняюсь сказать. А, видимо, я смогу пролезть. Так, 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 так. Давай, проходи. Я думаю, я тут сейчас смогу пролезть. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Ой, мне хана. Мне хана. Ой, она сюда идет. Ой-ой-ой. Блин, это просто табунами мурашки бегают по коже. Так. Вон она идет сюда. Но я думаю, она за мной сюда не будет выходить. Если что, надо сразу резко по лестнице спускаться. Я не беспокоюсь, что дверь открыта. Тупая медсестра. Использую лестницу, чтобы подняться
на первый этаж. Так, мы в подвале, получается. Круто. Что может быть лучше, чем подвал? Закрыто. Так, что здесь вообще есть? Здесь как минимум один. Это в лифте, похоже. Еще один ходит где-то. Их тут двое, похоже. Да, это уже наверху идет. Манекены! Ненавижу манекенов. Так, тихо, тихо, тихо. Ой, как неспокойно-то. Прятаться? Так, это что у нас? А, это как Metal Gear, понятно. Только я от них не Solid Snake. Если что, не смогу никому шею сломать. Так, тихо, тихо, тихо. Можно к стенке прижаться как-нибудь? Что это, говорит, был за звук? Так. Твою мать. Что-то она тут хочет писать, что ли? И в лифте один. А остальные на этаж выше, да? Да. В принципе, только с ней пока проблема, насколько я вижу. А остальное... Так, вот лифт. В лифт мы ни в коем случае не идем. Так, это у нас сжигатель мусора. Вот, хорошо. Уф, блин, как страшно. Так, ну она вроде... Вроде да, вроде тут тусует. Ну давайте, что ли, что-нибудь попробуем сделать. Так, это отвертка я не могу взять в случае. А, это ключ. Ой, меня этот смех вымораживает. А вон она сидит. Я думал, она справа сидит. Так, да, вон она. Они, по крайней мере, создают видимость. Ну, она, конечно, не видит, да, этого моего фонарного света. Это хоть какое-то такое упрощение. В принципе, я рад, что они так сделали, потому что иначе вообще жопа была бы просто. Так, ладно. Где-то здесь кто-то есть. Так, позовите помощь из ресепшена. Ресепшен — это у нас не вот эта ли дверь случаем? Ну-ка давайте в туалетах посмотрим, тут вроде как никого нет. Ладно, если что, на толчке можно будет спрятаться. Нет, закрыто. Ага, отлично. Так, я думаю, сейчас я... Не знаю.
Да-да-да. Ребенок вас зовет. Где вы бродите, мать вашу? Это ж тот негр. Так. Валим. Валим, это тот самый негр. Нафиг. Нафиг. Ничего не хочу знать. Все, я на толчке. Я ничего не хочу знать. Это тот негр, друг семьи, который постоянно спорил с ее родителями. Теперь он один из этих. Он нас ищет. Твою мать. А, то есть при жизни он хотел, короче, мамочку этой девочки. Он говорит, ты, я и Мелисса, мы будем одной большой счастливой семьей. Вон оно, как оказывается, открывается. Так, он поднимается ко мне. Отлично. Не будь такой, выходи, говорит. Блин, я надеюсь, братью, не уйди. Так, куда мне идти сейчас? Ага. Вот туда мне, скорее всего... You can trust me. I'll protect you. Gotcha. Ох, черт, он сейчас сюда придет и сделает то же самое. Тихо, выходим быстро. Быстро, пока он пошел вниз. Ох, блин, я уже тени испугался. Так, я надеюсь, я правильно поступил, что сюда пришел. Потому что если нет, то я просто полные штаны кирпичи сейчас наложу. Блин, что делать? Где он? Так. Ух, блин, как неспокойно. Пока что самое стрёмное место. Это вообще просто... Тихо, он идет сюда. Так, не иди сюда, не надо. Не нужно этого. Так, а куда мне идти-то тогда? Так, вот сейчас вот тут вот я сидел. То есть он бы меня нашел. Да, я правильно сделал, что вышел оттуда. Так, теперь он бежит вниз. А я попробую. Как стрёмно. Так, валим обратно. Сейчас он сюда придет. Ой-ой-ой-ой. Так, ты где? Друг семьи, мать твою, поднимается обратно. Вот он пришел. Блин, сейчас он опять сюда. А потом он, когда пройдет, я пойду наверх по лестнице, пожалуй. Какие у меня задания вообще? Убегите из госпиталя. Цель. Убегите, используя лестницу в подвале. Под цель отвлеките себе то, чем-нибудь на кухне. И еще цель. Пройди через административный офис. Так, то есть мне в подвал нужно идти? You, me, and Melissa
Так, интересно, как же мне это сделать? Вот сейчас, пока он проходил в туалет, я мог, по идее, спуститься вниз. Но после этого он как бешеный вон сюда вниз. Так. Сейчас он поднимается, проходит сюда, потом заходит в туалет, и я ломлюсь вниз. Блин, я по идее вот сейчас мог уйти. Так, все, он пошел наверх, да? Да, бежит наверх. Сейчас он смотрит в мою сторону, потом идет. А я ломлюсь вниз. Все, пошли. Валим. Ой-ой-ой, валим. Ой-ой-ой. Так, ну вниз-то ты, я надеюсь, сюда не придешь. Так, мне нужно маленько отсидеться, подумать. Все, отвяжитесь от меня нафиг все. Так, эта тварь все тут сидит. Ой, блин, я с вами, ребят, точно рано посидею. Ох, так. Мне нужно пройти через комнату, в которой сидит она. А для этого мне нужно отвлечь ее чем-нибудь на кухне. Лично. Что может быть лучше? Ой, я сейчас заплачу, по-моему. Тихо. А! Кто это? Блин, с какого хрена он сюда вообще пришел? Так, мне нужно срочно валить. Причем желательно вниз сразу. Ой. Заходи, садись. Заходи, садись, тварь. Быстрее давай. Ой, только не возвращайся сюда, пожалуйста. Мне сразу хана. И сверху сейчас негр придет. Так, все, она вроде зашла. Уф, нафиг. Как меня этот негр заметил. Ой, блин, у меня мурашки-то были. Пока что это, блин, ну вот первые две серии были далеко не такие страшные, как это. Так, а вот, кстати говоря, наш ублюдок этот, по-моему. Где он ходит? Подожди, это не он? Или это он? О, я знаю, что это он внизу, на этом этаже, но он ходит там, где я был. То есть это не он похож. А тот бегает. Нет, это она сидит. Это другая женщина. Тоже. А вот это вот наш, по-моему, пациент, который бегает, кругом носится. А, нет. Нет. Ой, тихо. Вот он пришел. Нет, блин, да где он? Вот он. Так, и что мне с тобой делать, козлина? Иди наверх, ты же наверху. Ой, тихо. Они лифтом умеют пользоваться? Хорошо. Так, пока он уехал наверх, мы...
ну и нафиг иди. Так, мы поставили таймер. Теперь мы валим, валим, валим. Валим, 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 валим. Давай, давай, давай. Уф, так, ждем. Элис приехал. Так, она ушла на кухню. Быстро, быстро. Блин, давай, давай, давай. Давай, 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 пошел, пошел, пошел. Валим. Ах, блин! Откуда он взялся? Уф. Так, ну алгоритм понятен. Единственное, еще понять, как двигается этот негр. Он какой-то бешеный. Так, быстро туда. Ну давай, не застревай, бать твою, за ногу. Сейчас тут можно влупиться, да, в медсестрицу. Это, конечно, уже наглость, но мне так спокойнее. Вот тут вот мне... Вообще, я тут буду жить. Мне тут хорошо. Так, ладно. Где негр? Ну, конечно, меня сейчас политкорректно подправят. Афроамериканец. Хотя в данном случае скорее афро-японец. Но я считаю, что это просто негр. В Америке живут негры. В России русские, да? Так, где негр? Это, по-моему, не негр. Нет. Блин, по ним сложно определить, кто где. Вот что плохо. А, вот наш. Вот наш пациент. Вот он пришел. Сейчас он проходит, смотрит на меня. Садится в лифт, потом я ставлю таймер. Так, давай, братин, давай быстрей. Нет там никого, никого. Давай. Садись в лифт, забудь про все проблемы. Так, вошел. Так, ждем, пока она встает. Попробуем еще раз. Валим, валим куда-нибудь. Уф. Я чуть не родил при прохождении этого эпизода. Ой. Come on, Bella. It's me. Нормально. Ничего не скажу. Знаете, столько переживаний, что я думаю, на этом серию мы закончим. Хотя, мне кажется, чисто этот эпизод еще не заканчивается. Тут, наверное, будет еще что-то. Но для серии, для одной, по-моему, переживаний хватит. Так что, в принципе, на этом все. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.